Добрый вечер, обзор на ноутбук Dell. Состояние хорошее, ноутбук работает от сети, показано. Wi-Fi едет, подключен сейчас. Также вот характеристики. Карта встроенная. 512 памяти. Внешнее состояние. Ну, крышка сильно потертая. Есть какие-то царапки. Ну, на работу никак это не влияет. Комплекте идет зарядка. Экран без выгораний, клавиатура тоже полностью работает.